Для нашей Тюменской области стоит, наверное, первоочередной задачей проводить вот такого уровня соревнований, международного уровня, для того, чтобы, во-первых, получить опыт, во-вторых, сформировать такую хорошую команду именно в плане организационном, для того, чтобы в дальнейшем принимать более высокого уровня соревнования. И, естественно, поданы уже заявки на Кубок мира на все года, начиная с 2015 года, да, и в последующем года будет Тюменская область принимать. Уже, то есть есть подтверждение, чемпионат мира по летнему биатлону, поэтому «Жемчужина Сибири» серьезно, и Тюменская область готовится к этим соревнованиям, будут введены небольшие корректировки, я имею в виду, в частности, «Жемчужины Сибири», самого с биатлонного стрельбища. Поэтому, в общем-то, ведется такая серьезная подготовка к международным стартам. Я думаю, что вот те соревнования, которые мы сейчас проводим, это такой своеобразный опыт и наработка, будем так говорить, организационных каких-то моментов.